Профилактические мероприятия проходили с 8 по 17 февраля и были направлены на предупреждение ДТП с участием автобусов и контроль за пассажирскими перевозками. Особое внимание уделялось техническому состоянию транспорта. Все нарушители, их, напомню, выявлено более 20, привлечены к административной ответственности. Помимо этого, инспекторы полка ДПС провели профилактические беседы с водителями автобусов и маршруток.